Уже восьмой раз студенческий альянс проводит данное мероприятие. Принять участие в конкурсе может каждая девушка политеха. Но чтобы стать одной из 15 конкурсанток, необходимо пройти 2 тура кастинга, 1500 часов зрительной подготовки и очень любить каблуки. Сегодня мы узнаем имя обладательницы титула «Мисс Хапы 2015». А сейчас эксклюзив. Специально для Хапы онлайн. За кулисье самого масштабного проекта студенческого самоуправления. Поехали! Я нахожусь в гримерке наших участниц. Здесь царит порядок, дисциплина и спокойствие. А сейчас мы пообщаемся с одним из главных организаторов конкурса. Катя, скажите, пожалуйста, с какими проблемами... Малёвана, не трогай меня, пожалуйста. Одним из самых ярких моментов вечера было дефиле в шубах. Зимних, теплых, дорогущих шубах. В ХПИ! Я даже представляю, что в это время проходило в гримерке. Отошли от шуб! На шубы не дышать! Генеральная репетиция. Последняя возможность исправить все свои ошибки, недочеты. А для девушек набраться уверенности в себе перед концертом. Ведь из 15 только одна наденет корону победительницы. Почему жюри выбрала именно тебя? Наверное, я больше всех достойна этого титула, больше всех старалась, больше всех улыбалась, может. Кого бы ты хотела поблагодарить за эту победу? За победу? Да. Родителей. Ну, родители в меня очень много вложили, родители меня воспитали, у меня характер такой благодаря родителям. Я сильная благодаря родителям. На танцы меня родители отвели, поэтому благодаря родителям. Корона нашла свою обладательницу. Команда Хапы Онлайн поздравляет Анну Чистенко с победой и желает с гордостью носить этот титул. Богдан Малёваный специально для Хапы Онлайн.